Мой прадедушка Давыдов Александр Семенович, красноармеец, участник Великой Отечественной войны. Прадедушка родился в 1910 году в деревне Добрыче Псковской губернии. Участвовал в Советско-финской войне 23 июня 1941 года. На следующий день после объявления войны его призвали в Красную армию. Воевал на Ленинградском фронте, освобождал город Тихвин. Сумел тайно подойти к продовольственному складу, снять часовых, и этим дал возможность захватить склад. Прадедушка несколько раз был ранен и лечился в госпитале. Сразу после выздоровления снова же отправился на фронт. При обороне города Кирши 8 ноября 1944 года огнем станкового пулемета сумел отразить разведку противника. За этот героизм был награжден медалью за отвагу. У моего прадедушки было очень много наград. Очень жаль, что прадедушки уже нету в живых. Я горжусь тем, что у меня такой прадедушка. Сын своей родины, Давыдов Александр Семенович.